португальский нападающий Криштиану Роналду покинул мадридский Реал и перешел в туринский Ювентус. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте испанского клуба. 33-летний португалец согласился перейти в итальянский клуб. Реал выражает благодарность Роналду за 9 лет, проведенные в клубе. 5 июля издание сообщило, что Роналду согласился на предложение Ювентуса. Португальцу был предложен оклад в 30 миллионов евро в год. 2 июня Чорриере дело Спорт сообщила, что португалец выдвинул руководству Реала условия, согласно которому он останется в клубе, если будет получать 80 миллионов евро в год. Роналду намекнул на смену команды после победы в финале Лиги Чемпионов. Роналду выступал в составе Реала с 2009 года. Португалец забил 451 гол в 438 играх за королевский клуб, став лучшим бомбардиром в его истории. В составе Реала Роналду 4-жды становился обладателем Кубка Лиги Чемпионов. Больше важных новостей в телеграм-канале Лента Дня. Подписывайся.